упал. Да снаряжение потрогаешь. С чего начать надо видео про тюнинг оружия? Про что? Я тебе сейчас расскажу. Ну. Ты согласен с тем, что показывать автомат лучше с прикрытым магазином? Да. Но проверки же... оружия. Так точно. С твоего позволения. Давай. Почисти, да? Чувствуется. Я молчу, брат. Ну. А я же его специально взял прогреть. Друзья, мы счастливы вас приветствовать. Мы находимся, неважно где мы находимся, главное, что со мной артист, вам хорошо знакомый, хорошо известный. И сегодня мы поговорим про тюнинг от артиста. Тюнинг от артиста, как звучит? Потому что я, из-за чего возникла мысль снять это видео, потому что каждый раз, когда я являю своей публике тебя во всей красе, а во всей красе ты постоянно со своим любимым, со своей любимой единицей оружия, у меня постоянно вопросы, что это, что то, я уже решил для всех и для себя, в том числе, выяснить, что это и что то. Поэтому я тебе буду задавать вопросы, ты отвечать, окей? Супер. Супер, отлично. Смотри, первый момент, сразу мы начнем с прицела. Почему? Потому что все вопросы строятся вокруг прицела. Значит, во-первых, это АК-74М. Да. В базе. Да. Есть. Что за прицел? Причем, подожди. Причем тульский 74 и 84 года. А чего ты должен сказать нашим зрителям? Потому что самый короткий твист. Самый короткий твист, который я отобрал с бара камеры, который возможно из примерно 65, может, ну около сотни стволов отобрал я именно ствол с самым коротким твистом. Что это дает? Это шаг нарезы. Это хорошая куча. Великолепно. На расстоянии 100 метров можно уложить в диаметр, ну, 5 сантиметров спокойно в магазин. На 500 метров я попадал с этого прицела, попадал в тарелку 30 сантиметров, из 10 выстрелов, ну, 6-7 на 500 метров. С 30-сантиметровой тарелкой? На 500 метров, с АК. 74? Да. Такой бывает? Ну, такой бывает. Хорошо. Что за прицел? Прицел американский Bushnell 1.4 по 223 калибр. Ну, к сожалению, 223-й стоит на быстросъеме шпур. Просто великолепный, просто шедевральный. Потому что точка можно 10 раз снять и... Повторяемость идеальная. Повторяемость не просто идеальная, а нулевая. Просто она в ноль всегда стоит. Это всегда переменной кратности первой фокальной плоскости. То есть у нас всегда одна таблица на все кратности. Одна таблица какая? При ушении? Одна таблица при ушении. А переменной кратности 1.4. Очень удобный рычаг, который... 1.4 всего лишь? Не больше? 1.4? Не 7, нет, не 8. Нет. Я стрелял и 1.6, есть у меня 1.10, но 1.4 для АК-74 это самый актуальный прицел именно вот такого вида. То есть четверка для автомата больше не надо? Больше не надо, отлично. То есть можно работать и на дальней дистанции, переменная кратность может позволять работать и на короткой дистанции, работая как коллиматором. Но у меня добавочно стоит тут маленький коллиматор, доктор, достаточно такой известный коллиматор, очень мне нравится, это прям великолепный, маленький, удобный, короткий, то есть все супер. Он стоит именно у меня вот тут, вот почему вот тут, потому что вот тут я попробовал ставить введение поправок, оно мне мешало. Перекрывает. Да, перекрывало, поэтому я поставил вот тут его абсолютно, ну снял еще переменную. Потому что мне мешало немножко. Барабан. Да, барабанчик, да. Барабанчик, да? Понял. Ну и поэтому это. У меня есть наличие, я могу поставить, но он мне пристрелен. Вот коллиматор маленький пристрелен мне на 25 метров. Мне позволяет 0, работать 0,25 метров. Позволяет работать прям комфортной дистанции. Ну, прям до 150 метров я прям. Центр могу. Цели. Центр цели. Ну, центр цели, ну, плюс-минус. Для актуально, да. Для актуально, да. Это именно на короткие дистанции, то есть, например, захождение на помещения какие-то, движения по окопам. Штурмовые действия. Да, я работаю именно им. На дальней дистанции от соточки я работаю именно вот кратным прицелом. Причем не всегда я работаю на четырех, а работаю иногда на одном, на два, на три, в зависимости от габарита цели и необходимого просматриваемого пространства. Ну смотри, у нас здесь стоит 1.4, это не как на родовольце. На родовольце 1 или 4, здесь у нас 1, 2, да, 3, да, 4. Да. Используя рычаг смены кратности быстрый, мы можем менять необходимую кратность, какую тебе необходимо. Отлично.
Отлично. С прицелом, я думаю, мы разобрались. Соответственно, выбор приклада от зенитки с регулируемой щекой нам необходим для того, чтобы мы могли подогнать высоту приклада так, чтобы он был максимально комфортный для быстрой скидки. Да, для комфорта длительного наблюдения. Да, да. Как ты вообще приклад оцениваешь? Ну вот смотри, у меня были различные приклады. Почему именно зенитка? Потому что, во-первых, попробуй, тут просто он монолит. Просто монолит. Практически у тебя стоит. Щека длинная, регулировка удобная, но у меня всегда стоит на максимальной, потому что высокий. Это, да, у меня высокий прицел, поэтому он всегда должен быть так находиться. Пятка, посмотри, она прям широкая, самая максимальная широкая, которая возможна. То есть мне очень комфортно. Если мы берем трубчатый, то какой бы ни был суперский приклад, трубчатый всегда будет люфтить. Ну, это прям очень все равно. А ты в этом плане перфекционист, да? Нет, люфт это на изменение точки попадания. Средняя точка попадания действительно она меняется. Как бы ни крути, люфт на прикладе. Это кто бы ни говорил, что только прицел, только друг, это. Друг, но друг, люфт, друг, люфт друг, на друг. Этом. Ну, все арки имеют люфт, друг. Да. Все арки имеют люфт. А все арки, точнее, калаша. Да. Все говорят. Ну нет, ну это. Слушай, еще зависит от стрелка. 100%. 100% зависит. Если, взять два средних стрелка, и взять два обычные, взять АК и арку, то, естественно, арка будет точнее. Но потому что у нее система газоотвода совсем другая, ты сам понимаешь. А поэтому... Короче, приклад здесь имеет десятое значение, но ты за приклад, который не имеет люфта. Да, 100%. И он люфта не имеет. Да. Окей, я знаешь, чем мне этот приклад не нравится? Мне не нравится кочерга, потому что когда мы работаем в замкнутом пространстве с ремнем, который в достаточной мере... отпущен для смены плеч и прочих моментов, бывает очень часто, что приклад, вот эта кочерга, она цепляет приклад. Цепляет ремень. Ты понял, да? Да. Из-за того, что цепляет ремень. Много раз, ну не много, но достаточно количество раз такое было. Поэтому я сам не сторонник, но сейчас речь не обо мне, а о тебе. А раз мы про ремень заговорили, что за ремень у тебя? Ремень это у меня именной, Gringo Patch. Артист. Да, артист. Все, не продолжаем. У меня тоже именной, тоже Gringo Patch, разведок. Отлично. И идем дальше. Значит, переходим к пистолету рукоятки. Пистолет рукоятки, я тоже вижу, у тебя зенитка обрезиненная. Да. У тебя такая большая киша, где потребовалась такая широкая рука? Нет, просто у меня своеобразный хват такой, свой личный, этот как бы. Поэтому мне немножко, я не захватываю полностью, чтоб ты понимал, я не захватываю, прямо сюда не закидываю руки. У меня руки находятся, то есть я... центр прижатия у меня необходим пальцами. То есть вот, если мы берем, у меня одинаковый хват на пистолете на автомате, абсолютно. Если кто стреляет, там много стрелков, они знают, что давление создается вот этим. То есть если мы не вот так вот, а вот так вот, то есть вот этой части тыльной ладони. И поэтому у меня вот эта часть вот так вот я держу. У меня одинаковый хват, что на пистолете, что на АК, абсолютно. Поэтому мне это намного комфортнее. Он плюс-минус повторяет рукоятку пистолетную, обычного пистолета. То есть не узенький, не такой. Вот мне действительно им комфортно. Ну, перчатки сейчас не видно, таких зимних. А вот у меня именно вот эта вот часть, она, например, поэтому мне необходимо, чтобы он был и пошире. Ну, не пошире, узенький, наоборот. И с этой стороны он шире, чтобы видишь? Он был, короче, чтобы она была широкая, но узкая. Да, да. Все, понятно. Да. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Хорошо, переходим дальше. Дальше у нас еще длинное цевье. Почему длинное цевье? Длинное цевье я пользуюсь оборудованием. Тут у меня стоит перс 2. Да, тут я пользуюсь оборудованием, плюс иногда, в некоторых случаях я ставлю сошки. В некоторых случаях. Сейчас они надо... есть у тебя? Они у меня которые есть, да. На пикотине. Да, они у меня есть, но сейчас на данный момент условия не позволяют, они просто не нужны пока. Они у меня лежат в рюкзачке, если необходимо будет позиционное где-то окопчик, и там долго сидеть, я поставлю на сошки, выставлю автомат и буду сидеть спокойно контролировать. Поэтому иногда, не всегда их ставлю, не это всегда. Понятно. Хорошо, окей, упор. Ну, упор я еще раз... Упор я держу автомат таким образом, чтобы работать. Я не люблю выносные кнопки дополнительные, какие-либо. Лево, мне удобнее работать именно с прибором. Поэтому у тебя упор стоит так, чтобы рука бралась, приходя на него, палец большой приходил на кнопку. Палец рабочий у меня сюда. Вот. Окей. Перст. Перс 2 для работы я... Очень часто. Я вообще сторонник активных ночных действий. Поэтому данный прибор помогает мне работать в условиях ограниченной видимости, то есть ночью и так далее.
использовать цели указания, фонаря, все у меня все в комплекте. Почему не различные приборы? Ну, это надо было крепить фонарик сюда, лазерный дисковод сюда. Мне комфортнее работать, да. Да, в одном. Как ты относишься к тому, что сегодняшний конфликт, ну, в сегодняшнем конфликте мы столкнулись с противником, который далеко не в тапках воюет против нас. Да. И у него тоже есть приборы, соответственно, ночные обнаружения, и он может из большого расстояния детектировать использование инфракрасного фонаря, либо инфракрасного лазера. Как ты к этому относишься? Мы работаем на данный момент, мы работаем именно с лазерными целеуказателями, мы работаем как на белом свете. То есть просто так включить и ходить, двигаться в них, как мы воюем с индейцами какими-то или непонятными бандитами, это бессмысленно абсолютно на данный момент. Поэтому только в определенных случаях. Но у нас когда надо включил, когда надо не выключил. Фактически его демаскировка сводится к применению фонаря. Да. Но фонарь произведет еще большую демаскировку. Да. Белый, да? Да. Все да. Окей. Поэтому, когда необходимо, то есть ты взял, включил, выключил. Все. Отлично. Ну и банкой закончим. Я, насколько вижу, Альфаров 17 сантиметров. Да, 17 сантиметров. Ну, скажу, что можно и покороче взять. Большой разницы я. Это 19, самая длинная. Это самая, это длинная, самая длинная банка. Можно взять и покороче. На стрел у них где-то, скажу тебе, около 2500. Она даже у меня вся уже прогорела такая. 2500, в принципе, вообще проблем вообще никаких с ней нету. Все так же работает. Ну, поглощение звука, понятно. Но главная ее фишка — это маскировка вспышки. И как ты оцениваешь маскировку просто, вспышки? Просто, ну, понятно, что если разогреть, если долбить бестолково просто это, что все, да, что то на сверхзвуке у нас все полетит на со вспышкой через раз когда-то. То есть не всегда. После определен, да. Но если работать грамотно, если 60 выстрелов к 80, да, понятно. Да, но да. Если работать грамотно, если работать это, то это лучшее, что сейчас есть по факту. Ну, что я могу сказать. Лучше я пока не видел. Потому что, ну... Можешь ли ты сказать, что вот этот тюнинг, вот эта сборка, да, как сейчас модно говорить, вот эта сборка, она индивидуально под тебя? Или это сборка, которую можно сказать, вот возьмите, используйте кто угодно? Нет, 100% нет, потому что я, во-первых, еще стреляю. Спортивную, там, практическую стрельбу, что-то тут сделано из практики. Богослужащий. Плюс ты сейчас скинулся, тебе не так комфортно. Мне вот этот переменник, ну вообще никак. Мне не так комфортно, вообще а мне очень. Мне, я дальние дистанции, то есть 300, 400, 500, которые для автомата Калашникова и для среднестатистического стрелка кажутся, ну, очень далеки. Мне очень комфортно работать, поэтому можно куда-то засадить в окошечко на дальнюю дистанцию куда-то. Можно это... стрелять на дальней дистанции прицельно да? в цель. Все да? понятно. Да? Не просто куда-то, да? а конкретно в цель. Да. Да. Дружище, спасибо. Друзья, я думаю, мы на все вопросы применительно к тюнингу от артиста ответили. Добавлю. Можно? Секундочку. Конечно, очень конечно. Важное добавление. Весь этот тюнинг, вот если ты возьмешь сейчас и с третьего этажа на асфальт кинешь этот автомат, то он примерно так же и летал у меня. Ну, к доктору только вопросы могут быть. К доктору, вот посмотри, вот это вот я снял специально, а вот это у меня треснуло, слетело. С третьего этажа? Ну, примерно, вот знаешь, когда лизун кидаешь об стенку, да. он так распластается. Вот так вот, да, вот так вот примерно я с ним распластался несколько раз. То есть он у меня, если видишь, с этих, ну, со всех есть, сторон, да, он у меня весь подбитый. Весь вон-вон срезано, тут приклад все этот, поэтому, ну, достаточно это. Ну, и плюс его на резьбовой герметике оставил. Винтики, да? Все винтики на войну, если едешь на войну, как бы ни говорила зенитка или кто-то, все, что у тебя находит на винтиках, все необходимо ставить на резьбовой герметике. Все, абсолютно. И тогда у тебя проблем не будет, никакой, ничего не будет отвалиться и лифтить. Окей. Друзья, у вас наверняка вопрос, какого черта я выгляжу вот этот как дурак в непонятном костюме, но про этот костюм будет отдельное видео на моем канале, покопайтесь, там найдете. А пока, друзья, грамотно подходите к тюнингу своего оружия, вот примерно так, как артист, чтобы на все вопросы, умные и не очень, вы могли полноценно, объективно и квалифицированно ответить. Да прибудет с вами сила. Пока.